складной велосипед, который позиционируется как полноценный хардтейл с достаточно прочной рамой, которая позволяет кататься в условиях города и легкого бездорожья. Велосипед практичен, что также подчеркивает внешний вид. Ничего лишнего, дизайн радует минимализмом, некоторой лаконичностью. Оборудование начального класса Шимано, скудный скоростной диапазон, всего 18 передач. Да и не скажешь, что это пошло на пользу весу велосипеда. Зато есть возможность прокачать модель, установив, к примеру, дисковые гидравлические тормоза. Благо конструкция рам и вилки это позволяет, а там недалеко и до установки более продвинутого переключателя. Хотя как кому больше нравится, можно оставить все как есть, на несколько сезонов прогулочной езды этого хватает. В сложенном виде он вполне компактен, мы не стали снимать переднее колесо, хотя производители рекомендуют так делать, чтобы сэкономить еще больше места. На наш взгляд, даже в таком виде велосипед можно без труда уместить в багажнике автомобиля. А еще маленький метрополитен-тест, модель прошла на ура. Нас пустили в вестибюль станции, проблем не возникло, правда колесо пришлось снять. Хорошее качество сборки, ничего не болтается, на удивление хорошая прочная рама, которая ведет себя так же, как и рама обычного хардтейла, люфтов нет. Рекомендуем эту модель любителям компактных велосипедов, дачникам, горожанам, как отличную альтернативу.